В Монголии до сих пор используют энергетические стандарты СССР. При этом специалисты уже давно говорят, в эпоху модернизации пора переходить на новые нормативы, в том числе по выполненным работам, состоянию оборудования и безопасности. Модернизация стандарта энергетической отрасли будет осуществляться совместно с Министерством энергетики Монголии, Управлением стандартизации ИМЕР и Физико-техническим институтом Германии. На встрече сторон обсуждался вопрос евростандартов, которые наиболее подходят Монголии. Каждая страна некоторые евростандарты изменяет согласно своим особенностям, но в любом случае стандарты обязательно ведут за собой развитие. Поэтому нам нужно утвердить новые нормы, несмотря на то, что они очень строгие, а затем заняться решением вопросов инвестирования. Для применения евростандартов на территории Монголии будет реализован проект «Поддержка качества инфраструктуры энергетической отрасли». Работа будет идти на протяжении 2 лет. Со стороны Германии будет оказана финансовая поддержка на сумму 600 тысяч евро. Надеемся, что проект будет успешно реализован. Этот стандарт применяют во многих странах мира. С его внедрением технология энергетической отрасли Монголии будет модернизирована. Для реализации проекта с монгольской стороны будет выделено 80 миллионов тугриков или 43 тысячи евро. Энхтовшин Эртенбайс Галан, Аист, Монголия.